Здравствуйте, меня зовут Наталья Мясникова, я экскурсовод города Улан-Удэ. Наверняка вы знакомы с картиной «Боярыня Морозовой», которая хранится далеко отсюда, в Третьяковской галерее города Москва. Сегодня я хочу вам показать село Надеяно, которое имеет духовную связь с этой старообрядкой. 250 лет назад, в середине 18 века, старообрядцы были переселены сюда, как они сами говорят, из Польши, из района Ветхи. И до сих пор они здесь проживают компактным поселением. До сих пор старообрядцы проживают в тех самых домах, которые были построены 250 лет назад. Это крепкие деревянные дома из кругляка. Для постройки такого дома использовали до 5 сортов дерева. Климат в Бурятии сухой, много солнца, воздух сухой, осадков мало, поэтому дома очень хорошо сохранились. Окна в таких домах ставили очень высоко, на это было три причины. Первая причина – защита от сглаза, защита семьи. Вторая причина – защита от инфекции. А третья причина – это изоляция. Чем выше изба была над землей, тем теплее было в доме. При моем росте 1,62 м, окна возвышаются высоко надо мной. Жители села Надеяно до сих пор пользуются старинными колодцами, выкопанными их предками, которые называются журавли. Вода в таких колодцах очень вкусная, часто содержит много серебра. В 2001 году ЮНЕСКО признала песенную культуру старообрядцев шедевром нематериального наследия. В другом месте старообрядцы не пустили бы себе на порог, а у нас в Бурятии приглашают в дом и встречают хлебом с солью. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы к вам. Очень приятно, что вы к нам.